Всем привет! Не могу не снять эту красоту, пока у меня на камере аккумулятор еще дышит. Сейчас я нахожусь за оперным театром. Сниму для вас немножко новосибирской осени, а то у меня есть подписчики из теплых краев и теплых стран. Сбрасывают нашу группу в Телеграме красивое видео, которым можно только позавидовать, когда у нас уже вот так, а у кого-то еще зелень, еще тепло. Так что, а мы привыкшие сибиряки к такому, к такой погоде чудесной. Вот они, кулисы оперного театра. Улица Орджоникидзе, прямо у меня по курсу, площадь Ленина. Прямо площадь Ленина. А если кто спрашивал торговый центр Ауру, то надо по улице Орджоникидзе идти прямо. Вот где за деревьями стоит красный дом, вот его нужно будет пройти. И чуть-чуть правее, не сразу направо, а немножко так правее дорога пойдет. По улице Военной вы пройдете до самой Ауры. Вот. Вот такая чудесная погода. Я всегда стараюсь одеваться по погоде, и мне без разницы, в принципе, какая она. Жара, я легко могу одеть шорты, кроссовки, кепку, футболку. Могу пешком, могу на велике. Кто из моих подписчиков преданных знают это. Сейчас иду, вот курточки, правда, она мокрая, но ничего страшного, приду домой сейчас на плечики, бац, и одену другую. Отель Гранд Автограф, что ли, называется. Ну, бывший Хилтон. Бывший отель Хилтон. Я иду сейчас по улице Мичурина. Да, Гранд Автограф. Я тут был в этом отеле. Есть видео. Приглашали на встречу. На интересную встречу. Поэтому для вас, пока дышит аккумулятор, пройдусь по улице Мичурина. Смотрите, какой тут есть памятник училки какой-то, да? А, это деловая женщина. Прям все деловые женщины вот так выглядят, да? Смотрите, какая затесалась архитектура. Кирпичное красивое здание среди новостроечки. Вот. Не снесли, не добрались чьи-то грязные руки строителей. Смотрите, прям вообще красота. Я считаю, такие вещи надо как-то стараться сохранять в центре. За ветер извиняюсь, он серьезный. Прям капюшон пытается сдуть. Центральный парк Новосибирска. Улица Ядринцевская. Ветерок просто жесть.
зеленый свет. Напоминаю, это улица Мичурина. От оперного театра можно легко дойти пешком до галереи Новосибирск по этой улице, буквально моими шагами. До минут за 15. 15-20 минут. Прямиком. Можно сесть на прекрасный трамвайчик номер 13. Смотрите, вот он такой.